Белорусская армия должна эффективно реагировать на современные вызовы и угрозы. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на совещании об итогах проверки вооруженных сил. Инспекция проходила по распоряжению главы государства и затронула все виды войск, включая авиацию. Белорусский лидер отметил, в содержании и перевооружение армии вкладываются существенные средства. Войска оснащаются современными видами боевой техники и экипировкой. Это требование времени. Военно-политическая обстановка не позволяет тратить на оборону меньше. И нельзя допустить, чтобы дорогостоящее оружие использовалось не в полную силу, а тем более приходило в негодность из-за непрофессионализма отдельных командиров. Задача не просто сохранить или увеличить военный потенциал, но и рационально его применять, подчеркнул президент. Заседание Совета глав правительства СНГ проходит в Таджикистане. Участие принимает и премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков. Повестка дня – актуальные вопросы сотрудничества в экономической сфере и переговоры по проекту соглашения о свободной торговле услугами. Во время визита в Душанбе у Андрея Кобякова запланирован ряд встреч с коллегами из стран Содружества. Сегодня день без табака. Эксперты Всемирной организации здравоохранения обращают внимание на взаимосвязь курения и болезней сердца. Это и стало темой дня в нынешнем году. Ежегодно вредная привычка уносит жизни 7 миллионов человек. Что касается нашей страны, то по данным исследования, курит каждый третий белорус. И всего 1-2 курильщика, решая бросить, обращаются за профессиональной помощью в профильный областной клинический центр.